В среду ко мне пришло вдохновение, меня посетила муза, и я написал наипрекраснейший стих о любви. Когда ты уходишь в пустоту, пересечешь черту воспоминания, и словно свечка на ветру идешь на невыполнимое задание. Лишь за спиной тяжелый крест, так больно сжимает плечи. И кто ты, пешка или ферзь? Но не решают в жизни одни речи, а мы живем в реальном мире. А кто витает в облаках, кому до глубины костей жмет корона, а кто живет в тех серых снах? Слова имеют большую силу и цену, чем твой айфон. А вот о душе все позабыли, ведь дружбу легче потерять, чем телефон. Весь ум людей, цитаты, статусов и соцсетей, да мало тут, кто книг мог прочитать. Никому не нужно, ты поверь, и напоследок я скажу, по глубине из глаз и зазеркалья внутреннего мира найти так быстро можно свой алмаз, который взяли и полюбили. Нет, тяжело быть одному, представь, что... Вдруг оковы на руки одели, мы все так долго ждем весну, хотим, чтоб солнце ледяные души так согрели. Я не летаю в своих мечтах, поверь, ведь рядом есть надежда, и тихо бьется сердце там внутри. Открой, прошу, ты свою дверцу. Даже если между нами километр, сотни дорог и железнодорожных путей, а я пущу стихи по ветру, черед всех чувств своих, трудов плотских людей. Ты будешь слушать, согреваться, читать и жизнью наслаждаться, но знай одно, наступит звездный час, и расстояние сблизит, любовь окружит нас. Мое сердце бьется, я дарю его вам, дорогие подписчики и подписчицы!